Наклон автомата, длина шага и ровность строя. Каждая, казалось бы, мелочь имеет значение и требует отработки. 400 курсантов Академии гражданской защиты в Химках оттачивают движение до автоматизма. 1,5 часа занятий 3 раза в неделю. Впереди важное событие – парад Победы на Красной площади. Академия гражданской защиты МЧС России – единственный вуз в системе ведомства, чей парадный расчет проходит торжественным маршем по Красной площади. 24 июня курсанты примут участие в параде Победы уже в 19-й раз. В этом году отличие налицо. Парад пройдет в масках. Коронавирус наложил отпечаток не только на внешний вид будущих участников парада, но и на образ жизни. Сейчас ребята проживают в обсервации, питаются тоже отдельно от других курсантов. Во время тренировок обеспечены масками и перчатками. Подготовка к параду началась еще в декабре. На первом этапе занимались одиночной строевой подготовкой. А сейчас тренируют парадный расчет в составе шеренг, рот и батальона. Личный состав на данный момент, в связи с тем, что он не менялся состав, который готовился к 9 мая, готов практически уже в полном объеме. Еще осталось немножко потренироваться в составе гарнизона, и мы готовы. Близнецам Артему и Максиму Малиным 19 лет. Когда-то вместе пришли учиться в кадетский корпус, а затем отправились получать высшее военное образование. Сложно? Конечно, сложно. Но мы стараемся. Самое главное – каждый день улучшать свои навыки. То есть, ну, если ты устал, лучше там попросись выйти, но не надо там расслабляться, делай все на максимум. Всего в параде Победы на Красной площади примут участие 15 тысяч человек. Почти 400 единиц военной техники, в том числе 1,5 сотни летательных аппаратов. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.